Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь у себя дома, и сейчас я пойду за картошкой пешком. Я знаю, что это довольно странно всем, кто живет в Канаде, слышать это и в Америке, потому что мы везде передвигаемся на машинах, здесь у нас такие расстояния, что пешком никуда не дойдешь. Но у нас такая прекрасная погода, и я решила совместить приятное с полезным, потому что мне нужна картошка. Я собралась жарить своим детям, обнаружила, что у нас дома 3 картошины. Для них, для двух больших мальчиков, это на один зуб. И надо пойти купить картошку. Я хотела поехать, а потом подумала, что такая чудесная погода, я пройдусь до магазина. В принципе, у нас минут 40 туда-назад, наверное. Может, полчаса в одну сторону. И заодно погуляю, заодно схожу за картошкой. А я бы хотела показать мой несчастный, сильно пострадавший за зиму двор, сад. В общем, как бы много у нас тут с ним проблем, поэтому давайте смотреть. Хотела еще вот что показать. У нас везде, в окнах, все двери имеют вот такую вот сетку. То есть вот при открытом окне к нам ничего не залетает. Ни мухи, ни пчелы, никакие другие насекомые. У нас даже жарко, слушайте, такая теплынь. Я надела спортивные штаны, может быть, мне надо надеть шорты. Ой, как тепло, боже мой. Во-первых, я вам хочу показать наш куст сирени. Наша сирень сошла с ума. Сколько мы здесь живем, в этом доме 10 лет, я никогда не видела, чтобы она так цвела. Причем у нас был очень сильный мокрый такой снег, противный, последние вот уже несколько недель зимы. И у нас сломалась ветка этого куста одна, потому что очень тяжелый снег, на ней лежал, замерз. В общем, короче, она обломалась, и мы ее отрезали. И казалось бы, да, куст должен был бы пострадать, но он совершенно, он наоборот, он так цветет. Вы только посмотрите, если бы вы знали, как это все пахнет, вы себе не можете представить. Он просто совершенно огромный куст, полный сирени. Посмотрите. Я хочу парочку этих вот цветов отрезать и поставить у себя дома на столе, где я работаю, и сидеть и нюхать. Посмотрите, что творится. Да, что творится. Вот такая вот сумасшедшая сирень. А вот этот куст, как ни странно, который, с ним ничего не произошло, он совершенно не ломался, ничего, но, судя по всему, он или подмерз, или что с ним произошло, я не знаю. Во-первых, у него стали листья какого-то странного цвета, вот такого. Он был такой же зеленый, как тот. А видите, какие листья интересные. И очень маленькие, такие, знаете, совсем редкие цветы. Вот так. А еще вот у нас что случилось. Представляете, какая жалость. Ой, в общем, здесь у нас целая катастрофа. Прям не знаю, что делать. Муж должен что-то с этим сделать. С сыном они собираются, никак не соберутся. У нас было вот штук 6 вот таких вот туй больших. И вот посмотрите, что с ними произошло. Во-первых, половина из них вот так стала коричневая, просто умерли, короче. А вот эти, которые, в принципе-то, живые еще, они вот так вот наклонились тоже под мокрым снегом. И у них повыворачивало немножко корни из земли. Под тяжестью снега, вот под наклоном под этим. В общем, так жалко, я вам не могу передать. У нас здесь такой был большой такой участок этих деревьев. И вот сейчас вот такая вот катастрофа случилась. Ой, не знаю. В общем, надо что-то с этим делать. Вот это дерево у нас засохло. Короче, у нас просто какой-то кошмар на бэк-ярде. Видите, стоит сухой. Здесь был красивый канадский красный клен. Но в конце прошлого лета у него вдруг все листья так скукожились, засохли, стали коричневые и упали. И вот так вот, видите, он и не расцвел. И, судя по всему, он у нас сухой. Но вот это у нас сирень, конечно. Вот это да. И пахнет так, девочки, если бы вы могли это почувствовать. Когда уже придумают видео, чтобы был запах? Прямо вот просится. Прямо нужно. Боже, какая. Здесь столько всяких шмелей жужжит. В общем, короче, наш бэк-ярд требует
немедленного какого-то вмешательства, и что-то с ним надо делать. Вот эти вот, эти деревья, конечно, очень жалко. Прямо очень жалко. Майка у меня какая-то мятая. Не погладила, постирала и надела. Гладить не стала, потому что майка. Посмотрите, как у нас здесь все расцвело. Уже травочка, кустики, все прекрасно. Надо уже траву постричь. Боже, какая красота, какая благодать на улице. Это же надо. Лето наступило, какое счастье, как приятно. Видите, у соседей тоже сирень какая-то дохлая. Что-то, видимо, у нас какая-то с сиренью проблема в районе, на районе. А вот смотрите, красный клен уже распустился. Его прям даже не видно на фоне дома. Дом красный. Вот, смотрите, красный. Вот видите, у них он жив. Канадский клен. У них тут тюльпанчики такие. Красота. Вот эти деревья интересные. Видите, они покрылись листиками. Поздно, правда, но покрылись. Там у них такой красивый горшочек с анютиными глазками. Красивый. Они очень интересны, эти деревья. Они такими вот с ветками склоняются. Здесь пионы будут, еще пока нет у них. Водила я вас уже по этой улице, но пойдемте еще раз погуляем. Я иду за картошкой. Кстати, даже кошелька мне не надо, потому что я... У меня карточка в телефоне кредитная. Видите, как все красиво. Я вас водила, еще не было листьев, а сейчас уже все распустилось, уже все зеленое. Но совсем другое дело. Вон там у них туи целые невредимые. Я не знаю, может, за ними надо было как-то специально ухаживать. Может быть, мы что-то неправильно делали. Но мы 10 лет жили, ничего не делали, и ничего, все стояло, было нормально. И вот такая вот у нас случилась с ними неудача. Ну, мы небольшие садоводы с мужем, если честно, мы особо не знаем. Просто вот само растет и растет. Вот это мне очень нравится, их клумба, вот этих ребят. Видите, у них тоже... Это, кстати, не китайский клен, а японская. Японский клен. Или просто японское дерево. И вот этот кустик, они вот так красиво подстригают. Здесь у них всякие цветочки, тюльпанчики. Просто радость для глаз. Вот так. Короче, у меня обед на работе. Как раз я успею туда-назад за час. Потому что за картошечкой не успела бы я и за картошкой погулять. Вот видите, у них сейчас тоже начали распускаться. Вернее, они уже как бы распустились и отцвели. Посмотрите, какие красивые цветы, как будто не настоящие. И тут тоже у них такие елочки голубые, красивые. Так, я надеюсь, меня хозяева дома не забанят за то, что я полезла на их участок. Это, в принципе, частная собственность. Вот там, вот видите, вот этот драйвей, где стоят машины и вход близко к двери. То есть я, конечно, могу туда пойти, постучаться там, поговорить, но не очень это любят у нас. То есть если у меня какое-то дело к хозяевам, да, дома, так я могу подойти. А так, посмотрите, какая трава. Трава просто как ковер. Вот у них трава шикарная. Видите, какая у них трава, и посмотрите, какая у них красивая, вот тоже здесь возле дома. Какая у них клумба большая, на длину всего дома, до бакьярда, до забора. Тюльпанчики уже отцвели, жалко. И тоже красный клен. Так все красиво подстрижено, ухожено. Я не знаю, как у людей хватает время на все, и в том числе на сад, на огород. Посмотрите, какая трава. Ее же можно кушать просто. Не знаю, мы с мужем работаем, даже я работаю из дома, у меня, казалось бы, много должно быть времени свободного, но нет. Нет у меня свободного времени. На сад, на травку у меня не хватает, потому что столько дел дома, и готовить, и убирать, и видео снимать. Вот. Мы с мужем делаем все вместе. Он на самом деле у меня готовит. Он очень хорошо готовит. Когда у нас гости собираются или что-то такое, мы
он готовит в основном, потому что я умею так салатики, там детям что-то такое легкое, а такую основную еду он готовит. Он и детям готовит, он очень хорошо делает мясо, рыбу. Они очень любят его готовку, больше любят его готовку, чем мою. Но все равно он на работе целый день, я дома работаю. И дома очень, как бы, не знаю, всегда есть что делать. Уже на то, чтобы что-то делать во дворе, я не знаю. Ну, мы так минимально там подстригали, поливали, но видите, оно как-то все не в коня корм. Все у нас позасыхало. Тут еще этот снег был дурацкий. Очень сильный был снег последние несколько недель. А зимы где-то, даже в марте уже, по-моему, это было. Так, у них нет никаких цветочков здесь красивых, нет. Где-то в марте это было, прям несколько раз подряд был такой очень много и очень мокрый, тяжелый снег. И он как-то покосил наши все деревья. И вот такая у нас случилась вот фигня с ними. Ну, я смотрю, вот все же стоят. А ветка эта сирени сломалась, она была просто огромная центральная там. Знаете, сирень же это куст, и там было несколько таких больших центральных веток. И вот одна из них сломалась. Это не просто веточка, а такая центральная, как бы, которая кустообразующая ветка, так скажем. И одна из них вот сломалась. Но, тем не менее, как кусту это пошло на пользу. Он цветет как ненормальный. Смотрите, вот они уже поставили здесь цветочки, столик со стульчиками. Прикольно. Ух ты, посмотрите, какие деревья. Боже, какие красивые. Что это за дерево? Вишня, яблони. Какие бесподобные розовые цветочки. Там еще несколько. Сейчас мы пойдем под ними, под всеми пройдемся. Прямо яблони в цвету. Или что это, вишня? Не знаю. Но, боже мой, какие они красивые. Я надеюсь, что вам видно. У меня такое солнце, что я не очень вижу, что я снимаю. Посмотрите, какие... Ах, прекрасные, прекрасные, нежные. Какое небо голубое. И вот еще. Слушайте, я даже не знала, что у нас тут такое растет. И пахнут они так. Ой, какая прелесть. Все-таки самое красивое время года, девочки, это весна. Весна. Красна. Ветерок у нас немножко, жарко у нас, боже мой, как у нас жарко. Я даже не знаю, ну градусов 25, а так чувствуется, как будто прям жара, как будто Мексика. Ах, не налюбуюсь прямо. Вот там еще одно последнее и все. Березки, кстати, у нас растут. Вот смотрите, самые настоящие березы, такие же, как в России. Видите? Вот он. Ой, этот вообще прям, это дерево, оно вообще просто усыпано, усыпано цветами этими. Я вас замучила уже этими яблонями или что-то, вишнями. Груша, может, даже, знаете. Красавица. А вы помните вот эти цветочки? Как они называются, я не помню. Но у нас они росли в Белоруссии. Ой, у них какое-то смешное название, типа поцелуйчики, что такое. Ну, точно у нас они тоже были. Вот это, наверное, яблони. Хотя это куст. Нет, это не яблони, потому что это не дерево, это куст. Но беленькие такие цветочки. Не знаю, что это. Я не ботаники, девочки. Ничегошечки не понимаю. Не могу отличить яблони от груши. Сирень. От яблони могу отличить, но не больше. Вон у нас там тоже сирень, вот у них тоже много сирени. А вот такие же, как розовые, только красные цветы. Боже, как это красиво. Все, не могу долго снимать, девушка стрижет газон свой. Очень шумно. Вы видите, какие они красивые? Темно-темно-темно-розовые. Те были такие бледно-бледно-розовые, а эти темненькие. А возле магазина у нас, ой, как красиво, всякие цветуёчки продают всем.
любителем сажать. Я каждый год их покупаю, сажаю. В общем, они так хочется, когда видишь все это, хочется насадить и сделать такой красивый-красивый палисадник. Я сажаю, они как-то не очень у меня живут, выживают. Смотрите, какие красивые. О, вот эти какие красивые. $27. Нифигасе, как все цветы подорожали. Что-то даже подумаешь, два раза покупать, не покупать. Ой, магазин так прохладно. Я запарилась. У нас такая жара. Так, я перебежала картошку. У нас такая жара. Я еле доковыляла, девочки. Не потому что далеко, а потому что жарко. Ой, да здесь хорошо, я отсюда не уйду. Так, картоха, мать всех белорусов. Девочки, дошла, картоху принесла. Слышите, всего-то 7000 шагов прошла. Не так уж и много, морда красная. 7000 шагов это немного, я 10 могу, просто очень жарко, неожиданно жарко. Я как-то не рассчитала и вышла вот так, даже воду с собой не взяла. Прям еле доплелась. Зато картоху принесла, будет деткам, что покушать малышам. Ногти сегодня идут делать, не смотрите, не ругайте меня за них. Все, девочки дорогие, вот такой у меня влог ни о чем практически. Как я ходила картошку покупать. Все, люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем пока, бай-бай.